Здравствуй, зритель. Приятного просмотра. Да, блядь, не вижу ничего. Так. Так картинка плавнее будет, намного лучше. Хуй-то с этим звуком, пусть отстает. Не так уж много они здесь и разговаривают. Так, у меня есть спички. А ну-ка. Может, поджечь надо? Сжарь. Что это? Выглядит жутко. А, это из сказки вырванная страница. Ну, блядь, отцепись, отцепись. Блядь.
Да ёб твою мать. Это пиздец. Как вот от них убежать? Какой-то камеры. Так, заебись. Да, блядь. Да, блядь. Да ёб твою мать. Да раз, блядь. Получил. Прятался он, блядь, в кровать. Это что такое? Это жирный? Да, блядь. Дрянь.
Да что ты делаешь-то? Ну, блядь. Нажимай ведь назад и атака. Ебанулся, блядь. Монетки. Ну, какой-то автомат. Ну, блядь, как вот с ними воевать? Ёб, вынать, что собака. Надо их было пробегать просто и не воевать. Так, вот у меня есть ключ. Вот, может быть, сюда?
Это я не понял. А, на первый этаж. Так, здесь мне нужно клипку. Да. Все правильно прибежал. Ну а куда, в принципе, еще побежи? Блять, эти звуки, они прям доводят. Заклинание такое.
Интересно. Нужно в блокнотик записать. Можешь составлять что-то надо. Too fooey, ego Aries. Weird writing. What was Нет, that? Здесь звук не отстает. Интересно, может, игра такая просто? Скачал какую-нибудь кривую версию игры и все, и пиздец. Вот почему я не хочу, блядь, качать и вообще играть в игры с русской локализацией, блядь. Потому что всегда какая-нибудь хуйня вот такая выскочит, звук отстает или еще что-нибудь. Даже шрифт уебищем выглядит. Пиздец. Не знаю, как там переведено в русской версии. И знать не хочу. Так что, монстр убежал? Ну, трусишка. Обожаю такие локации, блять, в первой, что во второй части. Карты нету, блять, беги куда хочешь. Локация открытая, блять, замечательно. Ну хоть монстров нету. Да, но она не такая и открытая.
Я-то думал, тут целый город. А, понял. Это вот ключ у меня. В игру лежит. Бля, эти карты нету. Уже к каждой двери, значит, подходить. Так, заходим. Да, звук не отстает. Listen, something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago, for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. Да, вот сейчас отстает звук. Understand. You must try.
try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. Ебаться, сраться, это что такое? He's the one who killed your father. I merely gave the order. So, what will you do? I'll be waiting. И как его убить? Так ему похуй, он этот блокирует. Бля, какой шустрый, ты пиздец, твой ты, блядь. Так, неужели в рукопашную убить? Но он меня не слышит, походу. Нет. Он просто хитрый. Ох ты жулик, блядь. Да блядь! Ну иди сюда, давай. Так нечестно. Блять, он за 5 метров убьет. Победа? Интересный босс.
don't know what to say. Then don't say anything. I'm fine. Ну-ка, а если я сейчас кое-что сделаю? Calm down. I just... Calm down? How am I supposed to do that? My father is dead. Не, она не поможет. Make you feel better? I will. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. I'm sorry, Dad. Бля, не, все равно так пробую. I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? About God or paradise, if that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. Не, не помогает. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not. But that's what I'm going to do. How are you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. У них, наверное, разговор не залочен на 60 кадров. Besides, I'm partly responsible for this. Он сделан на 30. Bring the car around back. И вот идет такой рассинхрон. No, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. А, электрошокер. Тайзер.
just met some guy named Vincent. Vincent? He's a friend of yours, right? I'm not sure. He said when we get to Silent Hill to look for a guy named Leonard. And he gave me this map. What do you want to do? We can't trust him, but we've got no other choice. Here, take this too. What's this? Your father was holding it. Started raining. Are you sleeping? I'm awake. You cold? What's the deal with Silent Hill anyway? It used to be a nice, quiet little town. But now... You've been there? Once. On a missing persons case. Never did find him. But I'll tell you, that's one screwed up town. My line of work. You hear a lot of nasty rumors. I was born and raised there. Sorry. I didn't mean to offend you. No offense taken. Anyway, I thought you grew up in Portland. What's wrong? Feeling sick? My head's pounding, like the worst hangover ever. Maybe your car's sick. No. I'm just trying to remember. My childhood. Something terrible happened in Silent Hill 17 years ago. A woman named Dahlia. She tried to summon the ancient god of the town. She offered up her very own daughter. That's crazy. Maybe so, but it worked. The girl gave birth to a god. You see, that girl had special powers. Powers? Her classmates called her a witch. She could make things happen with her mind. She could kill people just by wishing for it. In the end, that god was killed by a single person. My father, Harry Mason. I guess it wasn't much of a god if it could be killed by a human being. But I think Claudia's trying to do the same thing again. I've been chosen as the sacrifice. You've got some kind of power in you too? No, I can't. After the god was killed, the girl reappeared. She was holding a baby in her arms. Before she died, she gave the baby to my father. For me. For you. Please. He loved me just like I was his very own daughter. Even though he didn't know who or what I was.
was so sudden. Так, и чё это? I never had a chance. Что происходит? To tell you how happy you made me. Что такое? Ну я отходил. Пришел такая хуйня. Что это? Somebody head for that Leonard guy's house. You check out the hospital. А что это было? 18+? Что это? Что сейчас? Yeah. Gonna be okay alone? I'm not a child, you know. Are you sure it's not you? Я тут мотаю, смотрю. You're right. I am afraid. I'm 50-something years old. I never seen nothing like this. I just feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. Yeah. I want to wake up and have a smoke already. Meet me back here when you finish looking around the hospital. Okay? Roger. Wait. Look at you. Я ничего не понял, не приезжает на машине. И все, блядь. Ну хуй знает. Не знаю, что такое. Наверное, так задумано было. На черном экране что-то было. Чего? Значит, мне нужно идти в госпиталь. Да, без проблем. Ну, наконец-то, Silent Hill. Зайти. Я попробую снизу. Нет, не попробую. Забор.
Ну это же двери. Но хотя бы что-нибудь говорила бы. Типа не могу зайти. Значит, поверх. Так это здесь бабочки эти летать будут снова. Ну, блядь.
Так, отойду на секундочку. Я должен. И собаки убежали. А собаки так скрипят. Получается, да, баки. А если дальше побежать? А, ты без катаны. Блять. Сразу две медсестры. О чудо! В первой комнате у входа лежит карта. Невероятно.
Так эту игрушку не взять? Но это странно. Бля, ни хера себе. Эй, дамы. Это нахуй. Не, там с катаной делать нехуй. Так бей ее, бей, бей. И это все? Ради ампулы столько патронов потрачено? И две баночки септалина? Да охренеть. Тут, наверное, какой-то растворитель нужен. Так, ну на карте отмечено, хорошо.
Так. М4. Ну и куда нажать? Нет, не так. Ага. Ага. Ну да. Неправильно. 14. Чего? Ну, еще шестерочка есть. Уже нет. Да, может, все проще.
ничего не понимаю. Вставая стрелка. Ну, почти 3 часа. Вот получается. Четырнадцать, 48 или 9. То не так. Ну ладно, а если 10? О. Ну. Тоже нихуя. 0. Я, блядь, не понимаю ни хрена. Ну, время. Все же правильно. Без 11 минут. 3. 14:49. Может, 02:49. Ну ладно, а если 50? Блять, так там же без минуты. Тут же без минуты как раз.
леса. Это такая живучая. Так, что, у меня есть какая-то камера? Куда мне с этим добром идти-то? Может, здесь надо сфотать? Не понял, в смысле? А зачем его экипировать? Так, это что за херня? Nail polish remover.
Блять, я ни хрена не вижу. Так, добегу сейчас до стены. Там поиспользую что-нибудь. И закругляюсь. Так, что по времени-то? А, ну нормально. Как раз два часика поиграл. Спасибо за просмотр. Пока-пока.